Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Октагедон. Так, ну что, континь и поехали. Денег у нас нет. Сердечек всего два. То есть мы уже потратили. Окей, значит, нам опять нужно разрушить статую свободы. Ну ладно. Так, давай-давай, щелкай. Знаешь, что самое обидное? Что они усложнили игру. Усложнили тем, что у нас уже вот начинается тут какие-то чудики плавать вокруг нас, которых не было раньше при первом прохождении. Ага. И есть, сердечком с тобой заработали одно. Фух. А где мой спайк? А, спайк, его уже нужно покупать. Так, а это что еще у нас тут? Эй-эй-эй-эй-эй, хорош. Да чтоб тебя. Блин. Растерялся я что-то. Ладно, ничего страшного. Блин, как же не хватает щупальца, а, друзья мои. Еще одной. А лучше десяток щупалец. Ну давай, лети сюда. Вот они кружатся, ребят. Ага, не тут-то было. Уничтожил. Так, это что за капсула у нас? Мы получили ракушки с тобой дополнительные. Круто. Так, ну что, сколько у нас с тобой финансов? 275. Я могу взять себе щупальцу одну, кентакли, да? И заморозку поставить, что ли? В принципе, заморозка нам неплохо помогает на начальных этапах. Наверное, так и сделаем. Пускай будет. Погнали. Лучше бы, конечно, купить спайка. Тем более вы мне подсказали, что он... Я, в принципе, догадывался, что он должен нам помогать. Но я совсем забыл, что это нужно делать влево-вправо клавишей одновременно. Так, сердечко заработали. Что тут у нас за халтурка плывет? Так, стоп. Там у нас лодка. Лодка-подлодка. Сейчас мы ее уничтожим. Вот так вот. Шикарненько. Так, тихо. Ё-моё, да что ж такое-то? Ты посмотри, что творится. Блин, они усложнили игру. Вот так вот. Блин, опять у меня два сердечка. Чё, босс, что ли? Или что, что за музыка такая? Ну да, ребята, этот самый... Босс рыбный. Блин, я совсем забывал, что пингвин, он просто замораживает. Он атаковать не может. Ну! Так, заморозили, да, мы этого шитика? Ага. Его лучше хватать, наверное, под заморозку, я думаю. Ну давай, щелкаем. А вот ядовитый клешней как раз идеально его бомбить. Но лучше все-таки заморозить. Замораживаем. Блин, он уходит. Так, осталось совсем чуть-чуть. И мы его сможем победить. Прекрасно. Так, получили немножко денег и получили еще ракушки. Ну что же, продолжаем тогда. Угу. Так, мы можем с тобой взять еще одну щупальцу. О, жизнь, экстра лайф. А, 4 жизни у нас теперь, все, я понял. Так, ну и какую щупальцу? Наверное, мы возьмем с тобой ядовитую, да? Погнали. 4 жизни у меня, все, нормуль. А, да, я забыл, что мы здесь с тобой будем по земле же еще ползать. Ну давай, ломай. Так, подожди-ка, это у нас сердечко здоровья, да? Воу, кстати, такого не было в тот раз. Ты посмотри, сколько. Хе-хе-хе.
Раньше не было столько чудовищ. А теперь целая груда на меня просто ползет. Зашибись. Что я тебе могу сказать еще по этому поводу? Щелк. То есть вы хотите сказать, что с каждым разом игра будет усложняться только, да? Правильно я понимаю? Опа, сундук, ребят, какой-то. Давай попробуем. А, там монетки выбиваются, да? Господи, меня прижучили. Да как так-то? Трындец. Я в шоке. Ребята, у меня одно сердечко всего осталось. Мне кажется, бесполезно здесь воевать с ними. Они все равно быстро нас настигнут. Рано или поздно, поэтому давай. А если не драться с ними, как тогда быть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прижучили, ребята, прижучили. Я ничего не смог сделать там. Потерял жизнь. Так, чикен. Давай, наверное, курицу возьмем. Сюда воткнем ее. Фух. Да, не повезло. Да как ты долго бомбишь, а? Да чтоб тебя, я не понимаю, почему они не убиваются-то, а? Ну это, конечно, слишком чересчур, ребята, жестко. Всякую фигню сюда на меня отправляют. Так, давай заморозим, что ли, я не знаю, или как-нибудь его вот, поймали. Давай, давай, клешнями, клешнями. Сердечко, да, экстра лайф. Вот яйца, когда взрываются, они наносят массовый урон. Это классно, ребят. Так, поехали. Так, заморозили, да? Так, а фиг ли заморозили, нужно вот так. И вот так. Погнали. Опять, опять орды. Давай яйцами здесь попробуем бомбануть. Да как так? Я, блин, думал, что успеем. Не успел. Ох ты. Вот это здание. Давай ломать его. Тут наверняка будут эти ракушки у нас. Я на это надеюсь. Ну. Все, сломали, да? Есть контакт. Получили мешок с ракушками. А ракушки это нам нужно для того, чтобы покупать в следующем проигрыше, да, обновление. Так, вот что мы с тобой возьмем, наверное. Пчелку Майю. Погнали. 3 жизни у нас всего осталось. Так, это у нас... муха с тепловыми, да? Давай уничтожать. Там еще эта фигня стоит. Сейчас будет ракет свою плять. Да как так-то? Клешня эта чертова, блин. Не хочет срабатывать, понимаешь? Когда мне нужно. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Успели. Так, вон ту фигню надо подбить, а то достанет меня. Летит прям по пятам.
Блин, пчела, ты бы могла бы, я не знаю, как-то, ну, побыстрее, что ли, бомбить своими этими тепловыми снарядами. Давай, давай, стреляй. Нам надо будет, наверное, еще потом с тобой одну пчелку взять, клешню, да? В принципе, неплохая. Против летающих очень хорошо заходит. Что там за предупреждение такое было? Погнали. Предупреждение, я понял, чего тут было. На нас движется суператака, типа, да? Ну что, давай бомбить здесь. Клешня. Так, яйца теперь. Угу, неплохо. Давай, уничтожаем, уничтожаем. Е. Подбил, успел. Фух. Ну что, теперь пойдем валить статую свободы. Так, я хотел взять еще одну, ребята, вот такую вот. Вместо... Надеюсь, не зря. Щупальцу еще одну с тобой возьмем. Вот сюда воткну. И здесь... Хм... Давай вот так, наверное. Ох, что у нас получится, не знаю. Наверное, надо было все-таки брать щупальца, действительно. Они же наносят офигенный урон, да? Но там не было их. Теперь у меня вот такие вот. Две пчелы, две курицы. Только один недостаток я сделал. Тихо, подожди, подожди. Вау, зато сердечки теперь подбиваем. Ух ты. Слушай, по-моему, имба. Комба у нас с тобой. Надо, чтобы только две пчелы именно бомбили. Их надо было рядом ставить. Да-да-да. Ну, видишь, век живи, век учись, как говорится. Так, мы с тобой здесь уничтожили. Прекрасно, двигаемся дальше. Босс, опасность, да? Бутчер. Так, он сейчас будет молотками же своими, да? Точно. Чего это там? Фреш мид. Тихо, уходим. Давай, давай, давай. Отходим, ребята. Блин, все ближе и ближе эти свои бросает. Опа, аккуратненько. Чтоб конечности нам не рубило. Тихо. Уходим. Так, а вот, ребята, и враги. Ё-моё, успеем ли мы? Так, тихонько, тихонько, тихонько. Давай, 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 давай. Жестко что-то как-то. Успел, ребята. Я успел. В дрибодан мы его разнесли. Так, статуя свободы же, да, сейчас будет? Точно. Но пока неплохо идем. Но все равно клешня должна больше наносить урона, ребят, чем мои стрелковые эти все.
Победа. Хочется, конечно, пройти следующую миссию. Ну, это будет очень сложно сделать, а хочется. А, вот он, Спайк. А, мы за него играем. Давай попробуем собрать как можно больше плюшек, бонусов, да, этих. Ракушек. Ай-яй-яй, немножко не туда пошел, ладно, фиг с ним. Опа, нормуль. Так. Задело меня, да, все-таки, да, друзья мои, задело. Это зацепило чутка. Ну где там? Ракушки мне нужны, они... Во. Прекрасно. Правда, он мельтешит все перед глазами. Ну ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой. Уже наискосок летят, да? Успел. Так, здесь я не буду рисковать. Оу. Так, тихо, отходим. Че это еще? Оу. Уже тепловые ракеты в меня направляют, представляешь? Типа я слишком крутой, да, здесь стал. Надо его подбить любыми способами, которые только возможно. Ракушки. Эх, не стал я там, ребят, рисковать. А, ну здесь, конечно, меня обманули. Все, бонус закончился, ребята. Все равно он на время. Оказывается, 101 ракушка у меня, отлично. Так, ну что, берем с тобой вот этого малыша. Почему жизнь с каждым разом все дороже и дороже становится, я не понимаю. С какого, блин, перепуга? Ух, ну что, погнали. Мы какую-то обсерваторию с тобой должны будем в следующий раз бомбить. Спайк, ну-ка, вот как он, да? Вот так вот он будет мне помогать. Ну это одноразово, видимо, да? Потом он то ли энергию должен накопить, то ли еще что-нибудь в этом роде. Нет, говорит, не хочу. Не хочу, не буду, не могу. Сундук. А, его, оказывается, можно бомбануть. Двойная волна. Как понять, двойная волна? Эй, ребят, вы чё? Какие, блин, двойные волны еще? Да вот такие вот. Да, она получила-то я тут плюх. Это на первом-то раунде. Да потому что они усложнили здесь все капитально. Так, тихо. Сердечко, спасибо. А где у меня новые вот эти вот клешни? О, ракушку. Где они, новенькие мои все вот эти, что я там заказывал? Я не вижу этого, ребят. Хотелось бы. Ну, ну что это? Ну, так. Я, ребят, возьму все-таки дополнительную жизнь. Возможно, зря. А нас убили с тобой тогда в первый раз, когда играли на суше, если я не ошибаюсь, да? На суше, по-моему. Тут за всем надо еще уследить. Так, сундук, сундук. Вот этот сундук, если подобьем с тобой клешней, это будет круто. Подбил я его все-таки. Тут еще, видишь, многое зависит от того, куда у тебя стреляют нужные части тела, да, вот эти вот клешни. Так, там какие-то подводные лодки здоровые были, но мы их разобили. Отлично. Опять двойная волна.
Что за моду взяли? Двойную волну какую-то, ребят. Вот как это делается, да? Вот таким вот образом Спайк меня и защищает. Что-то, кстати, давно не было сердечко-то, тебе не кажется? Вот она. Ей спасибо. И еще одно сердечко. Замечательно просто. Восстановились с тобой кислотно-щелочной баланс. Так, а там ракушка. Все, прошли мы с тобой этот этап. Волдоны. Так, вот я вот не знаю, может быть нам все-таки взять клешню лобстера. Очень мощный дамаг, да, пишут. Прям, ну, очень мощный. Ладно, возьмем с тобой очень мощный дамаг. Так, суша, по-моему, начинается, да? Нет, еще пока море. Крейсер Аврора. Эй! Твою же налево, блин. Ну как так-то, а? Подставился я, конечно, ребят, подставился. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, я про Спайка, главное не забыть про него, что он помогает мне. Это что такое? Какой-то враг, что за враг у нас? Босс. Кто-то... А, ну этого мы валили с тобой, да, босса? Этого мы с тобой убивали, это я помню. Ну дай. Разделился, блин. Ага. Не нравится ему. В плане, вас разве должно быть трое? Блин, разделился еще так неудобно. Так, минус. И последняя голова осталась. Нет, вот она последняя. Е! Ребят, ну тут вообще замечательно я его прошел. Пью, на одном дыхании даже, скажем так. Опа, кобра, друзья мои, кобра. А что делает кобра? Средний дамаг, да? Легкий дамаг, кобра. Вместо кого взять? Вместо курицы, наверное, возьмем. Просто посмотрим, ребят. Хм. И теперь у нас суша. Ну как кобра, что? А, ну она также стреляет, ребят, как так, лишняя. Понял. Возможно, зря я это сделал. Хотя плюется она в разы быстрее. Так, надо сундук этот подбить. В нем очень много-много денег. Ну куда ты, истребок, летишь? Давай, пчелка, прикрывай. Прекрасно, двигаемся дальше. Ну, отлично. Прикрывай. Несчастные людишки убегают. Давай, давай, клешня. Так, две выпустили ракеты по мне. Одна сюда. Так, переждем. В плане, я... Блин, я наехал, я слишком близко подошел. А будут ли эти сердечки-то? Или все, лимит иссяк? Вот, есть контакт. Погнали далее.
Так, ДНК, ребята, новая ДНК. Смотри, этот здание. Возможно, что-то получим новое. Ёлки-палки, это что еще? ДНК какой-то лягушки, да? Фрог, ДНК. Интересно, что она-то делает? 800 стоит. Ну, слушай, я не знаю, ребята, возможно, оно того стоит. Вместо кого поставить только? Я вот не знаю. Очень высокий дамаг написано. Давай вот так вот, рискнем, ребята. Очень высокий дамаг. Ну, ты сам понимаешь, дамаг для меня превыше всего. Просто хотелось бы посмотреть, что она делает. Ага. Ну-ка, давай проверим. Блин. Насколько высокий... Блин, вот я зря, наверное. И чего? Она берет языком. Нет, лучше я, конечно, бы оставил бы свою пчелку. Вот серьезно тебе говорю, лучше пчелку. Я думал, что здесь будет что-то по-другому. А она просто хватает языком. Вот смотри. И непонятно. Ого, какие там против меня уже крейсеры пошли. Так, сердечко. Спасибо. Так, надо вот эту вот всю. У кобры мне очень нравится, что у нее очень быстрый дамаг. То есть быстрый не дамаг, а быстрая атака. Вот в этом, конечно, есть плюс. Не-не-не-не-не, плюй туда. Давай, давай, давай. Что там опять? Ага. Ракеты. Кенгуру даже. Даже кенгуру, он там мелкий. Ах ты, какое здание. Так, тихо. Ну-ка, спайк, давай. Че-то я ни шиша не понял. Спайк, давай. И он ничего не стал делать. Опа, опа. Мне тут не дают расслабиться, тут смотри. Они меня забрасывают, ребята, ракетами. Ну. Е. Фух. Фига они, во-первых, быстро очень ракеты свои выпуливают. Во-вторых, мне нужно было успеть забомбить. Но, слава богу, я справился. Не знаю, я... Что-то как-то не особо доволен вот этой вот, ребят. Я, наверное... Блин, смотри-ка, а это что еще такое? Оу! У нас с тобой появилась на голове ракушка. Интересно. Так, ребят, мы с вами дошли до большой оперы. Это зал оперетный, по ходу дела, да? Будем сейчас здесь... В чепчике такой шуршит. Может быть, конечно, зря я поменял. Может быть, ребят. Но как вот по мне, так лучше почему-то именно тепловые снаряды. Не знаю, почему-то они мне больше нравятся. Но урон, конечно, ты сам видишь. Так, давай ломать. Ой-ой-ой-ой-ой. Наверху ты видишь еще? Ё-моё. Прекрасно. Здесь справились. Опасность. Босс, друзья мои. Кто на этот раз? Ох ты. Так, он делает прыжки. Он делает свои прыжки. Ну, допустим.
пока немножко не понимаю. Не, я понимаю, что он прыгает, но... В чем прикол твоих прыжков? А-а-а! Вот теперь он начал выпускать бумеранги. Теперь он начал выпускать бумеранги по мне. Вот хорошо, что я взял как раз тепловых пчелок, которые, естественно, выпускают свои тепловые снаряды, и, соответственно, они долетают до цели. Так, подожди, бумеранг что-то ивоный. Давай, 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 давай. Бумеранг подбить, ну, я так понял, невозможно. Ты хорош. О, а как так? Не понял. А что такое сделал, что у меня... И это еще что за... Спайк, давай-ка мы, наверное, его немножко проучим, а? Проучили. Да что ты? Подбил я его. Блин, ну два сердечка все-таки он у меня отнял. А, это же был босс. Нам еще нужно забомбить саму оперу эту. Сиднеевскую, да? Ну, естественно, естественно, сейчас будет на меня тут атака со всех щелей. Как же без этого-то? Ну, давай, давай, родной. Е! Ух ты. Это что за ДНК-яйцо? А ну-ка. Звездная рыбка. Чего? Нажмите вправо-влево, и она будет делать 5 атак. А, это новый помощник. Это нового помощника мне дали. Вот оно что. Ой, ну зачем? Ну зачем надо было дергаться, прыгать раньше времени? А это электричество очень, кстати, надолго тебе парализует. Ну, где там? Где ракушки? Вот они. Окей. Ай, подловили. Подловили, друзья мои. Печалька. Нет, так дело не пойдет. Там, смотрю, уже тепловые ракеты по мне запустили, да? Е! Ух ты! Какая-то новая штука, ребята. Это черепашья ДНК. Оно-то что делает? Ага, блокирует пули. Блин, блокирует пули. Значит, по нам уже будут стрелять. Вот куда ее поставить, а? Я не знаю, ребята, мне... Блин, и жалко. Давай так вот. Новые щупальца. Погнали. Твою же налево. Ага, а почему... А, вот, ребят, смотрит опять. Ого. Это что такое? Годзилла? Да опять. Нас это разозлило, да, я так понимаю. Все, мы в гневе, ребята. То есть теперь будем мстить Годзилле. Фух, ну что, поехали. Блин, подожди, а почему Спайк? Я хотел... О, вот, ребята. А вот и как раз эти снаряды.
Вы, блин, сейчас серьезно, что ли? Ёлки-палки, еле отбился от этих голодранцев. Так, они выпускают снаряды, ребята, по мне. Так, так, отбиваем. Двойная волна, здоровски. А чё уж там не тройная? Блин, вы серьезно сейчас? Я ничего не успеваю просто, ребята. Вообще окружили со всех сторон. Офигеть можно, блин. А для чего мне тогда вот эта фигня дана? Я не понимаю. А, вот что я сделаю. Погнали. Это, конечно, трешовенько вообще, ребята. Я про Спайка совсем забыл, ё-моё. Давай попробуем так отбиваться от них. Да иди твою налево. А, у нас как бы дополнительная жизнь. Это все, я понял. Вначале, короче, шлемак сбивается. Все, все, прозрел. Правда, поздно прозрел, но лучше поздно, чем никогда, верно? Так, давай, разворачивайся. Ну, сейчас будет две волны. Помнишь, написали там? Ох, ё. Отбиваем. Вот они, две волны. Так, не забываем про Спайка. Ладно, одно сердечко отняли, это не так страшно. Две волны, это, конечно, жестко отбивать. Будем честны, мне будет сердечко бы вернуть как-то свое. Но что-то мне подсказывает, что не будет так все просто и легко. И фиг они на это пойдут. Прошли мы с тобой этот этап. Блин, ну сложноватый был, конечно. Сложноватый. Так, двигаемся. Ну, я не знаю, ребят, пока менять я, наверное, ничего не буду. И зря, наверное, потому что здесь, мне кажется, скоро будут меня просто со всех сторон расстреливать. А враг тут кружится возле меня. Сердечко, спасибо большое. Вот как раз мне не хватало. Так, давай сюда. Ой-ой-ой. Так. Отбили, отбили, нормуль. Может быть, конечно, одного щита и будет достаточно, но я почему-то сомневаюсь. Особенно, когда вот этих пирань целая куча на тебя направляется. Это как бы, ну, совсем уже не до шуточек. Так, полпути прошли. Так, где у меня эта курица? Пока все хорошо. Что там? А, там снаряд летит, господи. Так, отбил. Ё-моё, еще один. Фу, их не видно, блин. Как бы они сливаются с общим фоном. Так, что у нас тут? Что за враг? Блин, вы сейчас прикалываетесь, да? Молодцы, они думают, что это смешно. Нифига это не смешно. Фьюх. Так, ну давай смотреть, что дальше у нас. А вот 2500. Берем.
Оу, так они вдвоем у меня будет. И Спайк, и Звездочка. Окей. Так, третья миссия. Могли бы они хоть как-то сами еще помогать мне. Было бы, конечно, прикольно. Так, так, так. Про щит не забываем, ребят. Да. Клешнею все-таки. Не успел, ребят, развернуться и бомбануть. Что там? Что происходит? Так, я вижу, сундук летит. И также я вижу, здесь не только сундук летит, еще и... Да где это яйцо? Вот оно. Блин, яйцо, ну да, яйцо. Так, мы успели сундук это все-таки с тобой бомбануть. Еще издалека. Трэш. Какой-то тут... Так, тихо-тихо, патроны. Ну, все? Да какой там все? Опять враг какой-то. Кто там? Кто? Что за враг? Опять ты? На этот раз он стреляется. На этот раз, друзья мои, он еще и стреляется. Я тебя понял. Пройдоха ты этакий. Так, он не только стреляется, он еще, оказывается, и пираньи вызывает. Так, половину здоровья мы у него отняли. Да как же ты, а? Он же достанет, опять начал стрелять. Давай, 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 отбиваем. Что он тут заюлил вокруг меня? Давай посмотрим, что у нас делает. Ага. Морская звезда, ребят, короче, отбивает. Все, я успел. Блин, там уже снаряд ко мне практически подлетал, но я его успел забомбить. Есть контакт. Окей, это меня радует. Я, наверное, пока ничего менять не буду. По-моему, все у нас пока хорошо. Все отлично, мы справляемся с тобой. Йоу, прям какой-то Токио. Подожди-ка, это электричество, это... Все. Я понял. Приколы ваши. Понял, да слишком поздно, да? Сердечко, спасибо большое за сердечко. Так. Слишком много врагов. Пришлось. Двигаемся дальше. Крейсер Аврора. Не, с одной стороны, это хорошо, что мы их подбиваем, потому что ребята за них дают монетки. А вот это вот электрическая фигня, 100% меня, наверное, будет бить током. Так и есть. Ну! Вы сейчас, блин, прикалываетесь. Подбили. Фу, отбился. Да сколько же вас тут, а? Не дают просто ничего сделать. Просто ничегошеньки. Так, Спайк у меня накопил, да, свою энергию вместе со звездочкой. Так, двигаемся сюда.
В плане, ну я же подбил его. Ну как так-то? Странно, там, конечно, было немножко несправедливо, я считаю. Я отбил его, почему? Все, давай быстренько, быстренько, быстренько. Да достали уже. Блин, у меня последнее сердечко. Ну, где там, блин, последнее здание? Или что мне нужно здесь? Так, три волны, получается, здесь, да, делается? Раз, два, три, поехали. Да ну! Офигеть, зажали со всех сторон, блин. И что, я начинаю прям с самого начала? Да, ребята, с самого начала. Блин, вот это бесит, а. Прижучили там они, конечно, да. Вообще ничего не мог сделать. Попробуем аккуратнее, блин. Копил, копил жизни. И все, и вот так вот растратил моментально. Вот ты сам смотри, что они делают. Вот эти вот вообще невозможно подбить ничем. Погнали. Какая-то возможность такая. Вот здесь вот, конечно, защита вообще не нужна. Вот этот щит, он, будем честны, он сейчас мешает в данный момент. И очень сильно. Ну иди сюда. Он как бы отнимает у меня дополнительный слот именно на оружие. Потому что здесь не стреляет никто, как ты видишь. Так, это не это случайно? Не здесь нас прижучили в тот раз? Нет, по-моему, не здесь. Так, тихо. Так еще если бы жизнь бы тратилась, хотя бы тратилась, но не с самого начала, а именно на том месте, где мы с тобой остановились, да? А везде же нифига, здесь все с самого начала. Начинаешь этап. Давайте, давайте, пчелки, бомбите. Окей. Погнали. Так, вот здесь надо быть. Да как так? Ну я же подбил его, блин. Ну, чё вы свистите, блин? Я не понимаю вот в этом. Я его уничтожил, этот крейсер. И он, главное, по мне еще урон наносит. Ну это нечестно. Это нечестно. Такого быть не должно, ребят. И вот это вот тоже. Почему именно спайк работает в паре со звездочкой? Почему они не могут... Например, в первый раз нажал, так сработало. Второй раз, например, вот так. Ну все, короче, тут понятно, ребят. Тут уже цели направлены. Меня бомбят. Я еще даже не дошел. Ни сердечек, ни шиша тебе, да? Как хочешь, блин. Блин, надо было нам, наверное, с собой все-таки действительно убрать. Откатились. Надо же. Звездочка вместе со Спайком. Манули.
Окей. Продвигаемся. Трэш какой-то просто. Двигаемся с тобой потихонечку. Вот оно, это здание. Давай как можно быстрее его попробуем уничтожить. Опасность. Опасность, друзья мои. А как? Кто подбил? Блин. Вы серьезно сейчас? И это все заново? Короче, ребят, я ставлю вот так вот. Ну, это уже невозможно просто-напросто, блин. Опять все заново. Ну, трындец, короче. Одними мухами с тобой, точнее, этими пчелами вооружились. Сейчас будем вот так вот с тобой играть. Ну, раз они не хотят, да, по-хорошему, мы тоже с тобой не будем по-хорошему. Я припарюсь теперь жизни там восстанавливать все, что потратил. Хотя у меня, смотри-ка, 4500 уже монет. Ну давай, бомбит уже. А нет, успели. Я уже думал, что подбили опять нас. Ну, как видишь, все хорошо. Погнали. Одними пчелами вооружились. Не, ну а что делать, ребят? Ну правильно, как вот они начинают, извини меня, специально делать, так и мы. Давай вот это вот. Три заряда пчелиных. В плане, а кто сейчас отнял здоровье у меня? Вопрос, кто отнял сейчас у меня хп? Помимо хп у меня еще и шлем уже отняли. То есть это две атаки было на мне. Великолепно просто. Так, вот это здание, да? Здесь мы с тобой проиграли. Ну-ка давай так вот сделаем. Достали они уже просто. Не хочу погибать, ребят, как говорится. Жизнь еще одну тратить. Есть. Фу. Да, ребята, есть, блин. Насколько мы здоровье с тобой и жизнь потратили. Так, давай-ка мы. Сколько нас... Слушай, по-моему, чем выше мы с тобой поднимаемся, тем дороже стоит жизни. Вот что я заметил. Так, это у нас предпоследняя, получается, миссия. Попробуем. Что это тут? Ой! А вот теперь я жалею о том, что я не взял защиту, ребята. Именно щит. Потому что здесь уже враги стреляют по нам. Да, они уже по нам стреляют. Тут, как ты видишь, и танки. И все, кому не лень. И враг довольно-таки серьезный. Так, можно раздавить, да? Можно. Не то, что можно, а нужно даже. Бегите, бегите, людишки, блин. А где сердечко? А сердечко, по-моему, приобретается именно, когда проигрываешь за ДНК, да, ребят? Точно. Так его просто нигде ты не возьмешь.
Я так понимаю, сейчас должен быть, по идее, босс, да? Босс, он всегда перед... И босс будет, наверное, Годзилла. Так, стоп. Е. Нормуль. Так, ну что, будет? Годзиллушка у нас будет сегодня или нет? Не знаю, насчет Годзиллушки, я знаю, что со всех сторон меня атакует вообще пуще прежнего. Посмотри. Так, ломаем электрическую эту фиговину. Вот эти меня еще бесят. Подбешивают. Отлично. Давай. Раз. Два. Два надо делать, да? Удара. Получается. Окей. Ох, снаряд не увидел. Ё-моё. Как это так-то? Так, отходим, отходим, отходим. Я боюсь, как бы Годзилла не стреляла вот этими вот снарядами. Так, отходим. Там просто прижучили. У меня не было другого варианта, ребят. Ну! Господи, ну... Сообразил, да слишком поздно. Про спайк-то забыл. Специально, да? Вот оно, это здание. Да, но там еще и снарядами стреляют по нам. Йо, просто. Целая армия. Но я успел. Фью. С одним сердечком я успел. Фиг ли радоваться, ребята. Да, согласись. Тут уже не до радостей как-то. Я вообще ничего не могу приобрести. Вообще. Даже не могу восстановить себе здоровье. Вот, оказывается, где последний уровень. Вот здесь будет у нас босс. Тут хоть сразу проигрываю. Хотя, может быть, сердечко выпадет. Я почему-то не уверен совсем, что нам выпадет здесь сердечко какое-то. Угу. Да какого ж ты, блин, перепуга-то, а? Там еще, смотри, какая-то фигня летит на нас. Так, там снаряды. Все. Сложно. Очень, ребята, сложно становится. Потому что со всех сторон вся эта мразь лезет к тебе. И ничего невозможно здесь сделать. Вот крутишься, как этот. Там хочешь, как можно. Может быть, конечно, зря взял я столько тепловых этих. Но почему я их взял, ребят? Потому что, во-первых, они издалека подбивают врагов. Ох, ё, ну я хотел же. А, мы успели, да? Успели отбить. Блин, вот эту еще пушку, ее не за... Ну вот, кто вот по мне попал сейчас? Я даже не увидел, ребят, кто по мне успел выстрелить. И вот эти вот пакости, конечно, мешаются очень сильно. Они начинают еще ускоряться, ко всему прочему. Со всех сторон, смотри, летят снаряды по нам. И там, и здесь. Так, электрическую фигню ломаем. Еще предстоит драка с Годзиллой. Ну-ка давай так сделаем.
Потому что их слишком там много стало. Ну, подбейте вы этот самолет сверху, окей. Так, полпути я прошел. Босс. Трокс Икс. А, Трон Икс. Ого. И... я понял, куда ему нужно бомбить. В глаз. А я могу туда, интересно, вовнутрь прям заехать? Или что он делает? Что он делает? Могу. Значит, мне туда и надо, ребята, заползать. Но там еще главное успеть вовремя убежать оттуда потом. Уходим. Вот так работает, короче, этот босс. Заходим. Вовремя я смылся-то оттуда, кстати. Да, здесь только клешня поможет. Он ракеты, ребят, какие-то выпустил. Это у него типа вторая фаза, что ли, я так понимаю, да? Заходим. Как себе домой. Так, надо будет нам уходить. Оу! Сматываемся. Фух, вовремя. Так, я только лишь половину здоровья у него отнял. Так, стоим, стоим. Пока стоим на месте. Луч! Уходим. Так, тут уже и самолеты полетели. Да ну. Хорош. Ну это уже, блин, перебор. Как по мне. Так, блин, я даже ничего не могу сделать. Когда он лучше? Вот он сейчас свой. После этого луча пойдем, короче, вовнутрь залазить. Если он, конечно, мне так. Ты посмотри, что он делает. Он просто лютует. Да открывай ты свои эти. Так, заходим, заходим, ребят. Оу! Я попал под луч. Я тупо, ребята, попал под луч. Залез к нему туда, и он как раз вжарил. А у нас впереди еще босс. Ой, босс, уничтожение здания. Вот этого, да, я так понимаю. Ладно, постараемся, может быть, как-нибудь. Но у нас с тобой одна жизнь всего лишь осталась. И одно сердечко. То есть шансов, как бы, ну, сам понимаешь, мало вообще. Получаем с тобой третьего какого-то питомца. И кто же это у нас? Ага. Какое-то электрическое мурена, что ли. Похоже на нее. Так, и дают нам за нее поиграть. ДНК собирать, да? Она какая-то не шустрая. Если брать морскую звездочку, она намного шустрее. Это так себе. По скорости именно.
Так, ладушки. Ну. Где ДНК? Ой, где ракушки? Ракушки мне нужны. Так, ракеты уже полетели. Ракушки, вот они. Стоп, меня здесь... Оу! Оригинально, конечно. А как я там должен был пробежаться? Да нереально. Хоть одну урвал хотя бы. Вот они, вот они, вот они. Ай-яй-яй. Да чтоб тебя. Что-то замельтешил, замельтешил. Растерялся просто. Угу. Мне бы ДНК. Ой, да что же я называю все ДНК-то? Ракушки нужны. Не успел. Погибло, погибло, да? Ох, елки-палки. Angel. А, Англер. Интересно. Стоит 150. Ну, давай вместо... Вместо одной пчелки, да? Просто хочу посмотреть, ребят, что это за клешня, что она делает. Ага, у нас очередная история. Что на этот раз? Сейчас скажет, почему не я, да? Или дельфин сейчас выиграет? Да. Психанул, короче. Наш осьминог, и мы отправились с тобой. Эльфелева башня, короче. Или какая там? Башня, я уже не знаю. Так, а где у меня... А, ну нам же еще нужно... А, вот что. Враги, оказывается, невидимые. И мы должны их вот так вот просвечивать. Да вы, блин, издеваетесь, что ли? Как будто мне до этого, блин... Проблем было мало. Как теперь еще и просвечивать врагов? Ну это чересчур, это перебор. Посмотри, а. Эть! Да кто ж подбил-то? Я даже не увидел. Блин, ребят, ну это трэш. Все, ноль из жизни, блин. Не знаю я. Не знаю, что делать. Ну... Мы наверняка здесь погибнем. Просвечивает он. Слишком поздно просветили. То есть тут вот так надо постоянно, получается, кружиться, что ли, да? Чтобы видеть этих врагов. По-другому я не знаю, ребят, как еще тут быть. Трешовенько. Ну ладно. Не было, блин, печали, да, друзья мои? Так на тебя, они еще усложнили тут по-жесткому. Просканируй, как говорится, местность. Же плывет, гадюка. Фью. Так, что тут? Что за предупреждение?
Возможно, кстати, здесь нам не понадобилась бы курица, если честно. Ой! Спайк. Спайк меня, конечно, ребят, в этом моменте очень выручил в данный момент. Ну и что? Поставляем все как есть. Здоровье очень дорого стоит. Жизнь, точнее. О! Чего? Да что? Что за супер акулы? Да, мне кажется, от курицы здесь уже толку мало. А будем честны. Ну... Фью. Получилось отбиться. Так, я вижу лодку. Эть! Клешни! Да. Такое впечатление, что здесь нужно побольше клешин брать. Может быть, я ошибаюсь. Кто ударил меня? Я вот его вообще... Они подкрались незаметно. Слушай, их нужно... Спасибо за сердечко. Сердечки-то очень вовремя и очень кстати. Разбил. Умудрился чудом каким-то. Так, ну что на этот раз-то? Ребят, естественно, надо сканировать. Ты видишь, да? Ребята, запрессовали! Ух, там, конечно... Ты видел, что там происходило, ребят? Я даже не знаю. Купить еще одну щупальцу. Вот сюда. Что взять здесь? Клешню лобстера или... Ой, ребята, я не знаю даже, как мы тут дальше будем. Сейчас суши нет, еще пока море. По-моему, я... Зря не взял щит, но я же не знал. Трэш. Смотри, что происходит. У меня всего одно сердечко. Вон они. Надо было, наверное, все-таки брать клешню. Да, ребят, проиграл. Проиграл. Вылез. Ну ты посмотри. О, королевская кобра ДНК. Так, что у нас тут есть? Коралловая ДНК. Возьму. Это, видимо, еще, наверное, одна защита будет, да, у нас? Оу. Так, это что такое? Не пойму я. И вот это не пойму, что это такое. Так, если я здесь... Ну тут 500 ракушек, это не накопить мне. Вот это что? Объясните мне. 350 стоит. Вот это самое дорогущее. Дракон ДНК. Что-то огнем жгет, огнем всех. Что там, купите два сердечка на будущее. Ну, у нас с тобой в данный момент 5 сердечек уже. Да, друзья мои, вот такие вот пироги. Ну что, давай тогда на этой ноте будем с тобой заканчивать. Если ты хочешь дальше смотреть продолжение, то пиши об этом в комментарии, или же мы с тобой закончим. Ну уж слишком долго, ребята, туда, конечно, добираться.
Может быть, мне поиграть за кадром, дойти до той точки и потом уже начинать запись. В общем, пиши свои предложения. А на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.